Сразу три солнца взошли сегодня над несколькими российскими городами. Нечасто у нас явление называется гало и чем-то напоминает северное сияние. По сути, это радуга, но в основе ее переломления солнечных лучей не в воде, а в ледяных кристаллах, висящих в воздухе. Гало можно наблюдать в ясную морозную погоду. Вокруг светила образуется яркий круг и с разных сторон от настоящего солнца его отражение. Соцсети, как всегда в таких случаях, переполнены фотографиями и видеозаписями из разных мест. Есть кадры из Челябинска, из Москвы. Но лидером в этом году стал Санкт-Петербург. Там можно было наслаждаться небесной красотой дольше всего.